Ну как ты, Валерия? Как ты себя чувствуешь? Это самый необыкновенный день рождения в моей жизни. Mm-hmm. Такое время. Да. Mm-hmm. Просто третий год, оно проходит каждый год все необыкновеннее и необыкновеннее. Два года была пандемия, да. Третий полная война. Вот, и в честь этого я решила тоже сделать необыкновенный торт, а вот такие капкейки. Половина уже дети съели. Вот. И теперь ради разнообразия я мечтаю теперь о традиционном дне рождения. Потому что я уже забыла, когда был день рождения традиционный. Чтобы куда-то в кафе или в ресторан. Ну, чтобы можно было посидеть нормально. И не самим готовить. В лучших традициях, чтобы собрать абсолютно всех-всех-всех. Чтобы все были ни в эмиграции, ни в больницах, ни в окопах. Там, и так далее. Вот. Хотя обещают метеорит. Мы уже готовимся к метеориту. То есть, вот уже тут желают поскорее метеорит, потому что... Метеорит — это меньше, чем ракета. Потому что сильно надоело уже жить, как это сказать, в эти сложные времена перед этим. Ну давай, забывай все свои. Все свечи, 100 тысяч свечей. 100 тысяч свечей надоело. Это что, у меня уже столько лет? Ну, в принципе, да. Так надоело эмигрировать уже. Так сказать, поэтому загадывай 88 желаний. 88. Надоело эмигрировать. Карму всякую. Ну ладно. 3-4. Днем рождения тебя, днем рождения тебя.